Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, из-за чего собака может отказываться от игр. Игры – важнейшая часть жизни любой собаки. С помощью них лающие развивают свои умственные и физические способности. Кроме этого, игры – отличный способ для хозяина стать ближе к своему питомцу. Но что делать, если собака отказывается играть? Прежде всего, нужно установить причину такого поведения животного. Почему лающие могут отказываться от игр? Давайте разбираться. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас подписаться на наш канал. Так вы не потеряете нас и всегда сможете смотреть видео о животных. У нас много интересного. А еще можно нажать на такую кнопку в виде колокольчика. Тогда вы сможете самыми первыми узнавать о новых видео на нашем канале. Только убедитесь, что в настройках вашего смартфона разрешены уведомления от приложения YouTube. Это можно проверить в разделе «Приложения», который находится в настройках вашего телефона. Стресс – первая причина отказа собаки от игр. Любое эмоциональное потрясение приводит к изменению поведения животного. После таких серьезных событий, как, например, переезд, появление нового члена семьи, посещение ветеринара, собаке требуется восстановление. Проявите максимум заботы и внимания по отношению к своему питомцу, недавно испытавшему стресс, и он совсем скоро вернется к играм. Если же психологическое состояние собаки долгое время не приходит в норму, обратитесь за помощью к зоопсихологу. Отсутствие нормальной социализации – вторая причина. Если вы взяли собаку из приюта или подобрали на улице, у нее, скорее всего, трудное прошлое, из-за которого она не умеет играть. Лающие, которые пережили жестокое обращение, в большинстве случаев стремятся спрятаться и не умеют ни общаться, ни играть с человеком. Помочь питомцу в этом случае могут не только ваше терпение и забота, но и съедобные игрушки из зоомагазина. Грызя такие игрушки, собака будет расслабляться, постепенно привыкать к играм, и впоследствии начнет воспринимать их как что-то приятное. Пожилой возраст – третья причина. Большинство собак с возрастом становятся пассивными и теряют интерес к играм. Чтобы поддерживать энергичность собаки, необходимо заботиться о здоровье питомца и с наступлением зрелости переводить животное на подходящее ему по возрасту питание. Правильный рацион для лающего друга поможет составить специалист. Проблемы со здоровьем – четвертая причина отказа от игр. Внимательно следите за здоровьем питомца. Как правило, отказ от игр по причине здоровья сопровождается многочисленными изменениями в поведении. Если ваша собака не только отказывается от игр, но и потеряла аппетит, выглядит вялой, испытывает проблемы со стулом, незамедлительно покажите животное специалисту. Любая собака обожает играть со своим хозяином, и когда лающий питомец внезапно отказывается от игр, это должно насторожить владельца и заставить его проявить максимальное внимание к животному. Помните о перечисленных причинах отказа собак от игр, и пусть ваш лающий друг никогда не отказывается поиграть. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!